Что ж, ребятки, всем привет, с вами Санёк. Сегодня мы будем распаковывать одни очень интересные вещи. Мне уже не терпится посмотреть, что внутри. И я вам покажу сейчас, что это такое. Так, это раз, это два, это три. Целых три фигурки, короче, по Лего Муви и разным другим мультикам, что ли. Что ж, давайте начнем. Я специально в магазине их не прощупывал, я не знаю, что внутри. Сейчас попробую предугадать. Давайте начнем с первого пакетика, ну... Так, сейчас что там? Тут очень мелкие детальки. Вот, я нащупал туловище уже вот здесь вот. Вот это крепление для головы нащупал. Дальше, нащупал ноги. И нащупал что-то еще. Будто это на что-то на голову... Что-то на голову, какой-то головной убор. Ну, давайте откроем, что ли. Так, сейчас. Это где у нас? Здесь, ага. Ясно, ну, я не зря взял нож. Так. Что же у нас внутри? У нас Эммет, господи, у меня никогда не было Эммета, ребят. Просто мечта, у меня никогда не было Эммета. Сейчас я приближу немножко. Вот. Короче, у нас есть Эммет теперь. Сейчас я его соберу быстренько. Господи, у меня есть Эммет. Я вспомню, я смотрел первый Лего. Сейчас монтирую видео, мне кажется, каждый пытался из своих собственных деталей собрать Эммет. Фильм. Я мечтал, чтобы у меня была какая-то фигурка. По Лего-фильму. Так, ага, вот тут и еще его волосы. С наушниками. Которых он в Лего-мультике слушал. Все у нас прекрасно. Так, сейчас я его соберу. Так, и телефончик его. Кстати, деталь телефона очень прикольная. Смотрите, как она прикольненькая. Сейчас я сфокусируюсь на ней. Короче, такая деталька телефона, точнее, плеера. Сейчас мы дадим ему в руку. Ну вот, короче, у нас теперь есть Эммет. Так, это у нас первый пакетик. Давайте посмотрим, что у нас в серии есть. Так, оно запечатано. Ну, склеено. Капец. Зачем так заклеивать? Так, что у нас в серии? У нас в серии 20 мини-фигурок, насколько я знаю. Так. Ну, слушайте, тут очень много прикольных фигурок. Кстати, вот это у меня есть. Я открывала это вот ее вне видео. Вот она у меня вот здесь. Вот это. Я не помню, как ее зовут. Ну, короче, она со своей собачкой путешествовала в страну Оз к волшебнику, чтобы он вернул ее домой. Вот ее собачка тоже. Кстати, деталька очень прикольная. Крепится на трепина. Прикольненькая, миленькая, хорошо запринтованная. Короче, давайте я тоже положу ее на задний план, чтобы тут они тут сидели вдвоем. Сейчас собачку только положу аккуратно. Так ж, я перфекционист, должно все быть ровно. Вот так вот. Все. Так, я очень хотел себе бы жирафа, потому что он реально очень прикольный. Дальше я бы хотел себе Авраама Линкольна. И вот этого маленького динозаврика, потому что они очень прикольные все. Ну, все остальные фигурки тоже очень, кстати, прикольные, довольно. Давайте откроем какие-то другие фигурки. Так, сейчас я это вложу в сторону. Так, давайте открывать второй пакетик. Так, сейчас я прощупаю, что здесь может быть. Здесь есть очень большая крупная деталь, вот прям, вот видите, вот прям вот здесь она очень здоровая. Я нащупал здесь ноги вне видео и туловище. Мне кажется, что это почему-то, что это может быть жираф. Ну, давайте посмотрим. Так, открываем. Я закрыл глаза. А, что это? А, это арбузик, господи, арбузик. Какой-то баба-арбузик. Кстати, довольно прикольная фигурка. Тут есть такие маленькие детальки арбузиков, запринтованные. Капец, у меня таких никогда не было. Очень прикольные, мне очень нравится. Это вообще баба или мужик? Это... Я даже не знаю, кто это. Я не знаю, серьезно это. Вот лицо, короче. Да, это походу мужик. Так, сейчас давайте соберем его. Мистер Арбузик. Так, сейчас заднем его в руки арбузики. Кусочки арбузика, точнее. Так, один. И вот у нас вот тут второй. Все, сейчас поставим его поставку. Очень прикольная, кстати, фигурка. Особенно эта деталька головы его и маленькие запринтованные арбузики. Ну и давайте откроем последнюю фигурку на сегодня, которая у нас осталась. Сейчас я попробую прощупать, что это за фигурка. Надеюсь, не будет повторок. Так. Я нащупал какой-то инструмент. Вот тут есть какая-то палка, что ли. Даже не знаю. Так, здесь какая-то... Слушайте, какие-то крупные детали. Здесь очень много их. Не знаю, кто это может быть. Давайте откроем. Могу предположить, что это... Я даже не знаю, кто это. Серьезно, здесь очень много всяких крупных деталек. Поэтому давайте открою просто. Так, открыл. Так, я закрыл глаза. Это у нас... О, это у нас девочка с гитарой. Очень прикольная фигурка тоже. Сейчас я достану ее. Она тут эти пакетики приклеены теперь внутри, потом поэтому фигурку достанешь. Так, у нее есть хвост даже. Прикольно.
О, вот, вот она здесь, вот, вот она вот. Такие фигурки прикольны тем, что в них очень много необычных деталек, например, запринтованная гитара, микрофон и эти милые кошачьи ушки. Так. Сейчас я соберу. Так, вот. Значит, да, хвост я здесь вот сюда. Так положить. Так, голова укатывается. Так, какое бы ее лицо взять? Вот такое. Пускай. Вот так вот. Вот так вот. Дальше. Гитара. Гитара крутая, слушайте. А как ее дать в руки? А, вот так надо, да. Надо, да, точно. И микрофон. Кстати, микрофона два очень прикольно, кстати, тоже. Прикольная деталь, она еще запринтована тут. Вверх, серая, низ. Такой. Так, сейчас давайте положим ее. И микрофон положим другой сбоку. Ну что ж, это было все, что я хотела показать сегодня. Вот такие фигурки. Сейчас я сниму камеру со штатива и могу показать их поближе. Вот такие фигурки у нас сегодня были на обзоре, точнее, я их распаковывал. Если понравилось видео, можете ставить лайк, подписываться на канал. С вами был Санёк. И, кстати, в следующем видео, точнее, оно будет очень скоро, да, очень скоро, я покажу один очень интересный наборчик, точнее, да, наборчик. Ну, поэтому ждите не следующего видео, и надеюсь, вам понравился обзор. Снимали в такой ламповой атмосфере. Ну, всем пока.